Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева. Қош еметтеріңіз! Қымбатты достар, қадірлі алматылықтар. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева.
Какие талантливые, а? Ну правда же. Ну что ж, добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте всем! Как здорово вас всех видеть в этот чудесный день. Сегодня у нас прекрасный. Вчера, знаете, был дождик, я думаю, как мы будем здесь выступать, было холодно, но сегодня появилось солнце, поэтому я в очках, чтобы вас лучше видеть. Так что, друзья мои, спасибо, что вы есть, дорогие алматинцы, гости нашего города, потому что именно вы создаете вот эту вот атмосферу. Так что давайте сейчас поднимем обе ручки вверх и громко поаплодируем друг другу. 3-4! О, классный трек. Так, ну, мы начнем наше небольшое выступление. Сегодня мы для вас выступаем. Наши замечательные артисты готовы вас радовать, удивлять. А после, я думаю, что можно будет с детьми сделать общую фотографию. Но после нашего выступления все вместе обязательно сфотографируемся. И на сцене появляется наш веселый, замечательный наш артист Клоун Берка. Давайте ему поаплодируем. Хорошо, потому что он самый веселый. 3, 2, 1, музыка, вперед! Ну давай, удиви нас, прошу. Внимание. Али! А, стой, стой. Али! Ну поддержите нашего артиста, а? Громче, громче, громче! Вау! Невероятно! Вот это сила, вот это мощь! Ну, невероятно, но нет, спасибо, спасибо. Не делись. Ничего себе. Thank you.
аплодисменты! Невероятно! 7 было в воздухе в честь праздника Наурос! Лови, лови, лови! И браво! Громче аплодисменты! Громче, громче! Я не слышу вас! Браво! Елена! Давайте, давайте. Родителям поддержите. Да, выйди там. Давайте сначала. Сюда на пол спустись, да, здесь. Иди на платье. Браво! Давайте, давайте, родители. Детей уберите, а! Детей уберите, пожалуйста. Можно музыку чуть тише? Так, сейчас. Макс, давай, самый сложный у нас трюк. На одноколес на велосипеде, дети, осторожно, дайте нам пространство, Макс, аккуратно. Аккуратно, внимание. Детей уберите, алло. Сейчас собьют. Итак, так, еще раз давай, Макс, еще раз соберись. Сегодня дебют у нас перед зрителями. Дебют, поддержите первый раз, наши ученики. Давай, давай, попробуй без клана. Но ничего, ничего, все впереди, молодцы, молодцы, здорово. Давай, покажи мне пять. В центре, давай. Браво! Но, между прочим, он к нам пришел уже, сам на Ютубе научился жонглировать. Вот такой он талантливый, так что он вот только усовершенствует свои навыки, а вот этому всему он научился сам. Отдельные аплодисменты, браво! Так, давай, дьявол. Вау! Аккуратно, Макс, давай ты попробуй. Она
Не торопись. Давай, Макс. Пожалуйста. Подбрось. Ладно, ничего, спасибо. Ну что, давайте еще раз поаплодируем нашим ученикам. У них сегодня дебют перед... Лови! Есть, молодец. Дебют перед людьми, поэтому всегда это волнение, но, по крайней мере, стартануть. Так что, друзья мои, если вы желаете, мы будем очень рады. Добро пожаловать. Ну, а также заходите на сайт, там очень много абсолютно разных направлений. Спорт и культура. Танцы, кино, актерское мастерство. Так что вот ваши дети, благодаря поддержке Оружан Сайн, нашему президенту, у нас запустилась такая программа. Ну что ж, продолжаем наше выступление. И на сцене сейчас появится наша замечательная... От тебя я не ожидал такого. Да, наша тоже, кстати, зовут ее Елена, но она будет жонглировать, представляете, не руками, а ногами. То есть антипод этот жанр называется. Он очень редкий в цирке, но сегодня вот вам повезло. Лен, а почему ты сама? А где наша артистка? Почему вы не помогаете девушке, а? Да, понятно. Вот такие у нас джентльмены. Кстати, мужчины как-то испортились, я вам скажу, в последнее время. Не джентльмены. Женщины согласны, девушки? Да? Согласны. Вот. Поэтому давайте. Ну что ж, праздник Наурыз продолжается. Наше выступление только начинается. Елена на сцене. Аплодисменты. Поехали! Давай, Еля. Поддержите, немножечко волнуются, поэтому давайте, вперед. Да. Давайте, давайте. Родители, ну поддержите. Давайте сначала. Давайте, давайте. Родители, ну поддержите. Давайте сначала. Давайте, давайте, родители. Можно музыку чуть тише? Так, сейчас. Макс, давай, самый сложный у нас трюк. На одноколесном велосипеде. Дети, осторожно, дайте нам пространство. Макс, аккуратно. Аккуратно, внимание, секунду, не торопись. Итак, так, еще раз давай. Макс, еще раз соберись. Сегодня дебют у нас перед зрителями. Дебют, поддержите первый раз, наши ученики. Давай, давай, попробуй без куана. Но ничего, ничего, все впереди, молодцы, молодцы, здорово.
Давай, покажи мне. Пять. В центре, давай. Браво! Но, между прочим, он к нам пришел уже, сам на Ютубе научился жонглировать, вот такой он талантливый, так что он вот только усовершенствует свои навыки, а вот этому всему он научился сам. Отдельно аплодисменты, браво! Так, давай, дьявол. Аккуратно, Макс, давай ты попробуй. Не торопись. Давай, Макс, подбрось.